Привет всем, дорогие друзья, с вами Пагнали, Let's Play. Мы продолжаем перепроходить уровни консольной версии, как сказать соседа, на золотые медальки, Пагнали. У нас уровень барбекю. Но перед этим, я хочу извиниться за то, что 5 дней не было видео, ну а то были свои причины. Также я хочу сказать, что вот совсем скоро, получится, что через 4 дня, в городе Киев пройдет мероприятие «Видеожара», и я думаю туда пойти. Если у меня получится туда пойти, то я обязательно для вас сделаю ролик. Обязательно. Но если не получится, то мы как-нибудь выживем, я думаю, как-нибудь без этого ролика. Ну, ладно, я думаю, хватит уже об этом. Панель. Барбекю. Neighbors from hell in barbecue. Значит, идем сейчас просто мега аккуратно, чтобы собаку не разбудить. Аккуратненько, аккуратненько. Ну-ка, проверим тумбочку. А что у нас в тумбочке? Наручник. Нужная вещь в наших делах. Пранкеры. Тихонько. Ну-ка, канистра с бензином нам тоже пригодится. Тихонечко, тихонечко идем сюда. Сюда. Все. Идем сюда быстро. Валим. Идем, идем. Сюда, сюда, сюда. Блин, я же забыл, соседка сюда идет. Валим. Фух. Еле успели. Фух. Но Сережка нас спалил. Это самое главное. Идем наверх. Вот у меня, кстати, я помню, что это ролик мой этот оригинальный. Когда я проходил этот уровень первый раз. Ну, вообще не первый, но когда я первый раз со своим голосом в этом смысле. То я помню этот ролик, он набрал уже 800 просмотров. Спасибо вам за такую активность, дорогие друзья. Вот, я помню, что в этом ролике вот такой кадр был, когда, получается, я вот хотел... Ну-ка, сейчас спустимся, я покажу. Вот, я, получается, хотел соседушке фломастером обрисовать картину его мамаши. Хотел, получается, обрисовать. Вот тут вот. Вот. Но соседушка меня спалил. Вот. То есть он сегодня меня палил, Вот я пытался сделать вот это вот действие, я пытался размалевать фломастером его картину. Вот, но в итоге получилось вот это. В итоге. То, что соседушка меня тупо спалил. Так, я сейчас это сделал специально. Я сейчас специально это сделал. Сейчас. Быстро идем наверх. Должны успеть. Я это сделал, чтобы сейчас чуть-чуть потянуть во имя. Чуть-чуть. Так, ладно, пранк мы сделать не успеем, я же тупанул. Пранк сделать мы не успеем, к сожалению. Ну ничего. Капельку потянули во имя. Все. То, что мы просто положили туда тапочки нашего соседа в мясо. Вот. А теперь давайте добавим бензинчика в пиво. Ну, чтобы, так сказать, пир на весь мир был. Добавим воду для растения, подкормки, чтобы цветочек рос большим и сильным. Теперь добавляем уксуса в вино нашего соседа. Так сказать, добавим вкуса. Но также мы, помимо того, что мы добавили вину неповторимый вкус, мы также сделали из красного вина белое. Также. Так. Так, 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 аккуратненько. Сейчас уже без шуток. Блин, аккуратно. Сложно.
Так, ну ща у нас будет мясо, а ща я его пожарю. Ай, пожарю, погнал, погнал, погнал. Погнал, пожар, горим. Да блин. Так. Блин, надо тушить, ща потушу. Ай. Ой, блин, мое лицо. Ладно, соседушка, все, охлади уже свой пыл, соседушка. Все, хватит. Не надо же злиться, надо охладить свой пыл. Ну, давай, давай, давай. О! Так, сейчас мы чуть не спалились. Еще капелька мы спалились. Ну, к счастью, не спалились. Потому что собака не заорала. Постоянно еще капелька, шкала запомнилась, она бы заорала. Так, ладно, полю-ка я свою растеницу. Господи, что? Что? Ах ты, сука, получал, что ты меня кусаешь? Это что получается? Наша селушка удалила растение, да? Это вот как таких людей можно назвать? То, что есть живодеры, есть... Вот есть живодеры, получается. А как нашего соседа можно назвать? Не знаю. Светодером. Ай! Господи, это что, тапок, что ли? Бррр, какая гадость. Ну, я сказал цветодёр, потому что как бы, как-никак. Блин, хотя я понимаю, что это звучит, это очень тупо звучит, ну просто не знаю. То, что растение дёр, это звучит еще тупее. Вот это цветодёр, потому что как-никак наш цветок, так что... Ну, ладно, короче, я понимаю, что звучит, это очень тупо, я понимаю. Сейчас попью венца. Бррр, какая гадость, господи. Что это за вино такое? Какая гадость. Так, все, больше никогда не буду покупать дешевое вино в магазинах. Ну вот это правильно, соседушка. Дешевое вино покупать не нужно. Это я так сказал сейчас, просто для игры. Ну, для игры просто. Что нашему соседушке покупать дешевое вино не стоит после такого. Я это имел в виду. Так, господи! Мартина! Мамочка! Да, наш соседушка увидел картину своей мамочки и вдруг заметил, что она превратилась из мамочки в старого усатого мужика. Ну а мы только радуемся, потому что мы получили заветную золотую медальку. Вот так. Мы прошли этот уровень на золотую медальку. Эх. Ну, что же, ребят. На этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Жмите на колокольчик. С вами был Банальный Летсплей. Всем удачи и пока-пока.